Краски, свет и все это в яркой ночи в Санкт-Петербурге. В первый день фестиваля света на здании Мариинского дворца при помощи 3D-проекции смогли показать спектакль «Простор между небом и Невой». «14 мая царское величество изволил сойти на острова и усмотрел в небе орла парящего. Взяв у солдата багинет, вырезал 2 дерна, положил крестообразно и изволил говорить: на месте сем будет церковь во имя верховных апостолов Петра и Павла». Жир ленинградских речных фонарей.